Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада сегодня – мысли мужчины о вас сейчас. Итак, мои дорогие, у нас, как всегда, три варианта, и первых три карты. Мы смотрим, что между вами сейчас, на сегодняшний день, информация, по которой вы сможете понять, ваш ли это расклад, интересен ли он вам, резонирует с вами. Так, что между вами сейчас? Дальше мы смотрим мысли мужчины о вас. Что о вас думает? Мысли. Так, на сегодняшний день человек как воспринимает вообще ваши отношения? Какие хотел бы видеть перспективы для себя, да, в отношениях с вами? Видит ли он возможность? Есть ли у него желание развивать эти отношения? И каких отношений он вообще, да? Какие отношения он для себя хотел бы с вами? Итак, эмоции. Эмоции мужчины. Давайте посмотрим по утрам, по вечерам, среди ночи, среди дня. Что чувствуешь, когда близко и видишь ее? Когда ты далеко? Когда просто думаешь о ней? Что чувствуешь? Что происходит в твоем сердце? Итак, дальше мы, конечно, посмотрим еще, какая мысль чаще всего повторяется, какая мысль беспокоит, будоражит, что не дает ему о вас забыть. Какая мысль чаще всего стучится из подсознания. Итак. Кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу. И начинаем. Первый вариант. Первых три карты. Что между вами сейчас? Что происходит между этими людьми? Ну, у мужчины точно есть интерес. Ему не нравится, что сейчас происходит между вами. Да? Есть какой-то момент, возможно... Конкуренция, возможно, да, у этого мужчины. Между вами есть такой момент, да, вот какого-то общения, но оно как бы, оно ограждено какими-то нормами, правилами, рамками, да, то есть это что-то очень, да, или деловое какое-то общение, или, ну, вот что-то такое. Это как прописано, вот как оно должно быть, и оно соответствует вот этим рамкам. Но его вот не устраивает, он хотел бы больше, да, то есть он считает, что есть возможность на большее с вами. Но как-то он видит, что есть конкуренция вокруг вас. То есть даже может пройти такая ситуация, что женщина и не свободна, но очень интересует этого человека. Ну давайте посмотрим. Итак. Как-то ему хочется проявиться, и даже он думает, что вот возможность, она появится очень быстро у него, да, чтобы он проявился. Как-то поспевает, да, что-то, как к чему-то время приходит. Возможно, он ожидает какого-то момента, или вот прямо, знаете, как вот-вот. Ну, покажи, да, что между вами сейчас. Ну, нет пока что ничего. Ну, вот мне прямо идет так, что вот люди, возможно... Очень у них такое, как бы, все очень в рамках, все очень, знаете, как-то правильно, все очень соответствует, да, соответствует
месту и соответствует какому-то событию и соответствует, вот как норме какой-то соответствует. Очень может быть, что это какое-то или деловое общение, или вот какие-то у вас есть общие интересы, но я не вижу, чтобы у этих людей сейчас были отношения. Это больше идет как желание, да, как вот такое вдохновение и желание любви. Да, вы этому человеку нравитесь, и он вам очень хочет понравиться. У него есть вот такой момент, да, что-то вам предложить возможно, да, испытать, возможно, где-то свою судьбу, надеяться, что вот это восходящее солнце принесет ему радость, да, и вот эта его борьба конкурентная, она все-таки увенчается именно его успехом. Этот мужчина желает к вам проявиться, но мне идет, что сейчас это такое прямо общение, знаете, как оно соответствует ситуации и обстановке это общение. Это может быть даже какой-то человек, к которому вы обращаетесь, да, это может быть даже, ну, вплоть до того, что человек, который, ну, покажи мне, да, вот что между вами, понятно уже, да, отношений между вами пока что нет. Ты желаешь как-то вот все-таки что-то изменить, да, потому что тебе так не нравится. Эта женщина тебя интересует, у тебя есть любовный интерес к ней. Кто ты, да, где ты видишь ее, где ты видишь ее? Ну, то, что чувства у него есть, это точно. Ему хотелось бы, знаете, как бы собрать, сберечь вот это все. Он видит вас, он вас видит. Видит он вас в ситуации, когда вы как рыба в воде. Очень возможно, это какой-то... Возможно, вы куда-то ходите заниматься, да? Или, возможно, вы куда-то ходите там на обед попить кофе или покушать. Эта обстановка для вас очень знакома, это для вас обстановка очень, знаете, гармонична, вам комфортно в том месте и там, где этот человек вас видит. Действительно, ему вы очень нравитесь, определенно, да, вот такой интерес, потенциал в этих отношениях, он есть. Я вижу даже, что этот мужчина, возможно, и в вашем окружении появился недавно. Потому что это вот, знаете, такое время, это несколько недель, возможно, месяц. Для кого-то может пройти, что вы с этим человеком даже знакомы, и уже очень даже такое время приличное. Но именно вот какое-то вот последнее время, вот это месяц, наверное, этот человек как-то все-таки как-то для себя рассматривает, что он хотел бы все-таки вам что-то предложить. Он знает, что у него есть конкуренты, что не так все просто. И для кого-то может пройти, что вообще дорога закрыта. То есть, ну, очень мало возможностей как-то вот эту надежду воплотить в жизнь. Но это не меняет того момента, что он просто вот желает на вас смотреть, да? Что просто вот глаз не оторвать. Что сейчас, да? Ну, это очень идет момент каких-то... Вы даже, возможно, в одном магазине часто пересекаетесь. Это человек, который, он прямо, знаете, как видит и считает счастливым тот момент, когда вот он вас увидел. Да, он считает, что есть конкуренты у него, есть. И очень даже, знаете, так солидный такой конкурент у него. Но вы прям такая, знаете, так вы ему милы, так вы ему интересны, и он просто не может выбросить мысли о вас. Вот даже, вы знаете, как-то ему очень приятно в вашем присутствии, приятно с вами общаться. Для кого-то может пройти, что это какая-то рабочая связь. Или же вот это такой момент, мне идет, что общение, как бы, оно минимальное, и оно как-то очень соответствует случаю и обстановке. На сегодняшний день отношений нет. Он воспринимает так, что такая женщина не может быть одна. Вы его действительно очень интересуете. И прямо, знаете, как-то так вот ворвались в его жизнь. Хочется ему очень с вами общаться. Он как-то думает о каких-то моментах, да, когда он вас видел, прокручивает это все у себя в голове. Думает о вас очень много. Ему хотелось бы знать, какого мужчину вы вообще видите рядом с собой. Какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой. Да, и что ему нужно сделать. Что ему нужно сделать, чтобы вот пройти какую-то грань, да, и изменить ситуацию, которая вот между вами сейчас. Потому что, ну вот, он воспринимает это так, что вы как бы не очень его замечаете, да.
а он хотел бы страсти, а он хотел бы любви, он хотел бы старшего аркана влюбленные, да. Но, возможно, пока что, ну вот как-то вы недоступны для него. Хотелось бы ему знать, что, вот что мне сделать, как мне пробиться к этой женщине, как мне к ней пробиться. Очень человек как-то, знаете, прямо желает вас ухватить. Желает вас ухватить. Вы знаете, давно у него такого не было. Давно он не испытывал вот таких, такого притяжения. Ну, давайте посмотрим, что же ты думаешь о ней. Что ты об этой женщине думаешь? Так. Ну, это начало, это действительно, знаете, какое-то начало, буквально, знаете, каких-то испытаний для него, да, он ждет встречи, он ждет возможности увидеть, встретиться с вами, потому что вы та женщина, о которой он мечтает, он ждет каждую вашу встречу, и вы знаете, как-то он радуется вашим встречам. Как-то, вы знаете, человек размышляет о том, что жизнь над ним играет. Ну вот играет какие-то шутки, да. Потому что, возможно, здесь, конечно, может быть и очень такая молодая пара, да, а может быть и люди такие уже вполне, да, состоявшиеся. И здесь вот такие чувства, которые накрывает. И мужчина понимает, что здесь уже никакая логика, никакой здравый смысл, он здесь не действует. Потому что я просто жду встречи с этой женщиной. Хочу ее увидеть. Потому что эта женщина моя мечта. Да, на сегодняшний день это ситуации, когда вы как бы далеки, да, когда вы холодноваты, возможно, к нему в силу того, что между вами вот такая связь, да, вот такая, она очень как бы прописана, как оно должно быть, и вот оно не выходит за рамки правильного, да, не выходит за рамки обычного общения, возможно, на сегодняшний день. Что ты думаешь о ней? Хочу бороться за эту женщину, да? Ну, потому что она действительно, знаете, очень женственная, очень красивая, настоящая императрица. Женщина, которая действительно обладает и мудростью, и красотой, и элегантностью, и вот так она манит, привлекает. И вы знаете, абсолютно этот человек не имеет никаких таких мыслей, знаете, скользких. Наоборот, да, он видит эту женщину такой очень чувственной, очень интересной, да, загадочной, где-то мудрой. Как-то, вы знаете, ну вот не нравится, то есть общение, есть какие-то моменты, и он как бы пытается сделать шаг, почему-то не решается. Почему ты не решаешься? Тяжело. А в чем же твоя тяжесть, да? В чем тяжесть твоя? В каких-то движениях, да, нужно начинать, ну да, открывать перед собой новую дорогу. И, возможно, эта дорога действительно тебе приведет к чему-то большему, к чему-то лучшему. Вы знаете, этот человек понимает, что вам нужно предлагать самые-самые лучшие, а над этим самым лучшим нужно действительно работать, чтобы иметь что вам предлагать, чтобы вы увидели в нем того человека, который может составить вам вот эту пару. Мне почему-то идет, что он как-то... Ты сейчас скрываешь свои чувства от этой женщины. Ему прямо как больно почему-то. Почему, да? Но это внутренняя трансформация. Это не запланировано. Это неожиданно. Это вообще не входило в его планы. Абсолютно, да? И вот ему как-то казалось, он так переключился на какую-то деловую деятельность. И все у него как бы в жизни было в какой-то норме. И все, знаете, оно как бы было уже... Такое, знаете, тихое. Вот тихая жизнь была у человека. И тут вы, понимаете, пришли в его жизнь. И да, с одной стороны, вы вносите определенно какую-то краску. Вы вносите вот эту таинственность, нежность. Вы маните, вы где-то, да, пьяните этого человека. Но рядом с тем, да, вы вот вносите вот этот ветер, вы вносите вот это беспокойство, вот эти какие-то моменты внутренних переживаний. Вот вы будоражите его, вы где-то нарушили конкретно какой-то покой, знаете, и размеренность его жизни.
и внесли вот такую энергию действительно перемен. Но перемены, они ведь не даются так просто. Они не даются так просто. Они однозначно, да, вот какие-то разрушения, да, несут. Но это, конечно, желание. Желание по отношению к этой женщине. Возможно, по вечерам этот человек понимает, да, что, ну, да, у меня такая спокойная жизнь. Все у меня размерено, да, ни листочек не шелохнется. Все у меня схвачено, все. Но, с другой стороны, она как бы не имеет жизни, да, оно не наполнено жизнью, мой покой жизненный, он не наполнен энергией. Эта женщина, да, она как вспышка, она как нечто волшебное, наверное, соблазнительное, сладкое, манящее, дарящее надежду, да, на какие-то прекрасные моменты. Вы очень женственны, вы очень женственны. Вот он как-то вас чувствует, да, вы как-то не похожи на современных вот девушек, да, у вас какой-то вот этот романтизм, такая легкость, да. Вот мне прямо здесь идет вот эта женщина, она, вот что он думает о вас, когда он на вас смотрит, у него вот такое впечатление. Вот знаете, как-то вот наше общество, у тебя эти коучи все время, ты должна быть успешной, ты должна там добиться, ты должна там заработать, ты должна. А этот мужчина вот смотрит на вас и думает, такая женщина, да, она никому ничего не должна. Вот единственное, что она должна, это быть счастливой, быть любимой и красивой. Все, все остальное, это уже, знаете, это уже как получится. Это уже постороннее, ну то есть это настолько женственность чистая, знаете, в своем таком настоящем виде, так как должна, такой, как должна быть женщина. И я бы сказала, что да, вы на него производите действительно такое, знаете, очень яркое впечатление. Какая-то настоящая женственность, я бы так вот сказала, что вот так он это видит. И с одной стороны, да, у меня тихая и спокойная жизнь, да, и даже там ветерок не шелохнет ничего. А эта женщина пришла и как бы вот взбудоражила все, да, вот подняла всю энергию, поднимает. Такая вот как ворвалась абсолютная нежность, абсолютная женственность вместе с этой женщиной в его жизнь. Но я вам скажу, что вы действительно можете уже определенное время быть с этим человеком в контакте, а именно вот как мне идет, почему-то это несколько недель, это несколько... Почему? Что это был за перелом? Это может быть как и новое знакомство, да, что это что-то очень свежее, и вы так произвели впечатление на мужчину. Это могут быть и как новые отношения, да? Покажи мне. Что это? Что привело к этой перемене? Какой-то, возможно, разговор с вами. Он вас прямо, знаете, увидел, какой-то смеющийся, да, какой-то, возможно, очень такой веселый, искренний. И это, знаете, как-то, ну вот как-то ему такое близкое, такое родное, так мило, так по-настоящему. Он, возможно, таких вот всплесков, знаете, он давно не видел вот в женщинах. Давно он не видел вот такого какого-то момента впечатляющего для себя. Это было что-то вот такое, да, как искренний какой-то смех ваш, или вы как-то с кем-то разговаривали, куда-то спешили, у вас, возможно, где-то что-то, да, как-то прическа была в очень таком натуральном виде, скажем так. То есть где-то он прям, знаете, просмотрел некий настоящий момент вот для себя. Что-то его очень впечатлило. Как-то вы ему, знаете, он подумал, боже, как это красиво вот в этом моменте, как красиво выглядит эта женщина. Такая настоящая женственность, такая вот, как она должна быть. И да, вот эта женщина, она не должна никому и ничего. Она должна просто быть счастливой, просто быть любимой. Это ее самая главная роль и самая главная задача. Ну, вы нравитесь ему очень. Я вижу, что действительно здесь человек, ну, вот с чувствами прямо к этой женщине. Давайте посмотрим на сегодняшний день, как ты видишь вот этот момент в отношениях. Ну, вы очень достойны. Вот он прямо, знаете, ну, вот такая достойная женщина. Здесь нет какого-то, знаете, обесценивания, да, вот какой-то легкости я здесь не вижу. Здесь человек очень даже понимает, с кем он имеет дело. И имеет он дело с очень такой, знаете,
женщиной, которая никому ничего не должна. Она должна быть просто счастливой. Ты можешь меня сделать счастливой, да? Ну, попробуй. Нет, мы идем дальше. Мы идем дальше. Вот он считает, что ему очень повезло встретить такую. Девочки, вот только посмотрите, колесо фортуны и влюбленные. Что на сегодняшний день? Вы знаете, этот мужчина думает, что ему очень повезло, и он может вот эту любовь, да, поймать в своей жизни. Что-то абсолютно настоящее. И женщину, которая действительно эту любовь может привнести в его жизнь. Я вам скажу так, да, мужчина здесь женщиной увлечен. Он где-то ею очарован, где-то какой-то момент, понимаете, какая-то искра, она попала, знаете, по назначению, что-то произошло между этими людьми. И как-то, возможно, он сначала, да, не очень так и понял, но вот как-то вот мысли, да, то есть этот человек не выбрасывает ее из головы, то есть он думает о вас. Он почему-то уверен, что кто-то есть еще, да, что за вами кто-то или ухаживает, или у вас есть партнер. Но то, что вы прекрасны, да, это точно. Этот мужчина будет искать с вами встречи, он ждет встречи с вами. И этот человек, он видит вас, конечно, абсолютно достойную женщину, абсолютно достойную девушку, которая знает, что ей нужно в жизни, да, которая знает и определенно понимает, какого человека она желает видеть рядом с собой, чтобы вот этот момент «я должна быть счастливой», да, чтобы он в ее жизни реализовался. И он видит, что и женщина, которая и сама счастлива, да, она и своего партнера, и своего любимого человека может сделать счастливым. Этот мужчина, он просто, знаете, видит вот этот момент, что вы действительно по колесу фортуны как бы держите этот момент, да, в своих прекрасных ручках. И можете любого мужчину сделать счастливым человеком. Да, на сегодняшний день это все очень шатко, потому что есть момент, выберет ли она меня, а как крутнется вот это колесо, да, какой стороной оно обернется для меня, и достоин ли, считает ли эта женщина меня достойным где-то быть, скажем так, рядом с ней, видеть ее, быть приближенным к ней. То есть у него много вопросов сейчас. Но все же, да, давайте посмотрим, а каких отношений ты хотел бы с этой девушкой, да? Каких отношений ты желаешь с ней? Каких отношений желаешь? Ой, девочки, вы знаете, как-то он сейчас желает какой-то романтики, да? Он романтично замечтался просто. Он замечтался, этот мужчина. Он понимает, что это как-то вот непросто. Это непросто. То есть могу ли я ей предложить то, что ее заинтересует вообще обернуться в мою сторону? Да, сейчас это момент таких мечтаний. Это просто человек мечтает. Мечтает о вас. Он о вас мечтает. А каких отношений ты хочешь, да, вот чтобы это произошло между вами? Ну, вот он прямо, знаете, как думает, возможно, вечернее время он думает, он как-то видит ситуацию для себя очень такой непростой, и, возможно, очень даже, знаете, как-то, ну, вот этот момент, да, судьба со мной играет, да, почему вот когда у меня все тихо и все нормально, вот врывается эта женщина, и все идет как-то в жизни кувырком. И он еще как бы держится за что-то, да, за какую-то свою тишину, за какой-то вот этот момент. То есть, да, я хочу, я смотрю, я понимаю, да, что я с этой женщиной мог бы действительно прочувствовать то, чего не было еще в моей жизни никогда. И действительно, да, какую-то самую большую жемчужину, самую большую, знаете, драгоценность обрести в своей жизни. Ну, давайте посмотрим, чего ты хочешь, вот каких отношений ты желаешь с этой женщиной. Ну, по девятке чаш, это, конечно, наслаждение. Наслаждение. Он, вы знаете, очень даже готов и вкладываться в вас, и в отношения с вами. Он готов, он понимает, что такую девушку, как вы, да, ее нужно как-то, ну вот, скажем так, создать определенные условия, чтобы вот этот момент, она никому ничего не должна, она должна быть счастливой. То есть ее нужно делать счастливой, чтобы эта женщина желала и хотела быть с тобой. Ее нужно радовать, да, и вот об этом он и думает.
Он думает, что здесь нужно вкладывать ресурс, что это и нужно женщине, да, дать вот это ощущение, возможно, какой-то защищенности, счастья, да, чтобы она как-то для себя определила тебя интересным для себя, чтобы она определила тебя человеком, с которым она желает быть. Вы, знаете, поставили конкретные какие-то вот высокую планку, да, то есть... Здесь идет такой момент, сделать женщину счастливой. Ты можешь сделать женщину счастливой, или ты можешь просто на нее любоваться, да, где-то в какой-то момент прибежать, ускакать, это не сюда, это не о ней. То есть ты можешь сделать меня счастливой, да, тогда мы можем что-то вот как-то начинать. Но почему-то у него вот есть какой-то момент, что это за такие мрачные мысли, с чем они связаны, вот эти мрачные мысли. С ограничениями какими-то, да, с какими-то ограничениями. А видите ли вы его своим победителем? А знаете, как-то видите ли вы с ним какие-то романтичные моменты? Потому что здесь девушка, знаете, это не о том, что я хочу, я пришел, и она моя. Здесь иная какая-то история. Здесь как-то нужно вообще, да... А как ты видишь, вот что ты хотел бы сделать, да, вот как-то ей нужно показать, что она будет со мной счастливой, да, что она будет со мной императрицей, вот ей нужно показать, что она будет со мной императрицей, тогда она как-то приблизит меня к себе. А желаешь ли ты этого? Желаешь? Да, девочки, да, по рыцарю чаш этот человек желает проявиться в вашу сторону. Очень даже и очень, и вы посмотрите, как он вот это вот как-то видит для себя красиво. Ну давайте посмотрим дальше. Эмоции твои, когда ты вот видишь ее. Когда это вот здесь идет такой момент, вылетает все из головы. Очень он как-то, возможно, реагирует именно на ваш голос. И он ему очень нравится. Ему очень нравится ваш голос. И, возможно, когда вы появляетесь, у него как-то все, знаете, вылетает из головы, и как-то желание вот запомнить вот этот момент, и это свое ощущение, когда вы рядом. Вот ему очень классно, ему очень приятно. И он как-то этот момент даже прокручивает, он желает его опять прожить этот момент, да, по справедливости. То есть он понимает, что это вот как-то правда, да, это что-то особенное для него. Он боится упустить вот этот сладкий момент, который он желает повторить. То есть он по правде понимает, что это особенное, и что он боится потерять вот какую-то возможность с вами. Почему-то вот мне идет, что есть что-то, да, что вот как-то... Ну покажи, что это, что это? Почему ты боишься ее потерять? Почему ты как-то вот не отпускаешь вот какие-то чувства? Почему ты не отпускаешь? Ты же понимаешь, что это по справедливости, это правда. Ну да, я как бы не хочу волновать воду, да? Я как бы пока что этот человек как-то размышляет об этой вот тишине в своей жизни и понимает, что вы принесете вот этот момент абсолютного, знаете, такого движения. Абсолютно, знаете, такого, он не желает волновать воду. Но выбросить он вас из головы не может. Не может. И просто, вот знаете, вот это такое желание проявиться, желание любить, желание наслаждаться этой женщиной, оно просто берет верх. Хоть эта осторожность какая-то, она в нем есть. И он прекрасно понимает, что вы можете, знаете, как-то вот отбросить его предложение, даже не дослушав. Но, тем не менее, да, вот эти мысли и желание вот каждой клеточкой быть рядом, да, и повторять какие-то моменты опять, да, какие-то свидания, какие-то встречи с вами. И вот это желание все-таки быть для нее любимым, быть интересным, быть важным, быть в ее жизни. По справедливости все-таки вот эта правда, которая вот рвется просто наружу. Ну давайте посмотрим, а какие мысли не дают тебе покоя все же, да, потому что я вижу, что человека что-то конкретно тревожит. Любовь. Ему не дает мысль о том, что он влюбился. Что он действительно влюбился, да, что вы императрица, и мысли об этом, они его действительно не покидают. И только посмотрите, что происходит. Мысли о том, что вы именно та женщина, именно та, именно императрица, женщина, которую любишь безгранично, и которой думаешь вот все время. Он думает о том, что вы действительно достойны такой большой любви,
вы именно та женщина, которую действительно можно так полюбить, которая действительно вправе, да, быть на престоле, быть на троне императрицы. Что если и есть такая женщина, то это точно вы. И вот он думает о том, сколько в этой женщине всего есть. Как она гармонично объединяет в себе вот такие какие-то сложные, возможно, моменты по жизни, и при этом сохраняет вот эту настоящую искреннюю женственность, искренний такой какой-то момент. Но я вам скажу, что этот человек, вы ему очень сильно, даже я не могу сказать, и нравитесь, он просто вот действительно думает о том, что вы такая женщина, как вы, вот это настоящая императрица. Он думает о том, что он влюбился в вас, что он не может просто, знаете, какие-то мысли о вас. Давайте посмотрим, будешь ли ты действовать, потому что здесь нам шло, да, сразу, что он желает что-то вам предложить. Будут ли действия от этого мужчины? Девочки, старший аркан влюбленные. Ну, я даже не знаю. Конечно, действия будут. Будут, и будет желание, чтобы вы выбрали именно его. Чтобы этот старший аркан, он был именно для вас. Чтобы вы действительно, да, вы можете определить, во что превратится, скажем так, его жизнь, да, она превратится в цветущее дерево, да, или это будет вот такое истлевшее без надежды, без любви, без ничего, да. То есть он понимает, что для него это будет сильный удар, если вы ему откажете. Но если вы ему скажете «да», это будет действительно безграничное счастье. Вот смотрите, если откажете, да, это, конечно, вот старший аркан-отшельник. Он будет очень расстроен. Но и, знаете, как-то выбирать другой путь этот человек все-таки не намерен. Он все-таки желает своего шанса испытать. Очень много. Вот посмотрите, какая красивая картина у нас здесь вышла. Я вам скажу, что этот человек проявится. Проявится и очень даже красиво. И не будет каких-то очень резких шагов. Это будет все очень как-то, знаете, вовремя. Все очень даже романтично. И какие-то шаги могут быть очень несмелыми первые, но вообще я вам скажу, что человек готов идти намного-намного дальше и действительно в вашу жизнь привнести вот этот момент, да. Я должна быть счастливой, а все остальное, да, это уже как получится. Вот такой вот у нас сегодня первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, я буду очень рада, а мы идем дальше. Итак, второй вариант. Если вы слышите в начале расклада, что информация о вас и с вами резонирует, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, ой, девочки, очень хорошо, очень хорошо. Ну вот смотрите, по старшему аркану суд, и здесь люди в десятке кубков. Очень большие перспективы у этих людей. Да, здесь может показать уже очень такую стабильную пару, очень такую пару, которая уже и сама простроила это будущее, да, пару, где, возможно, очень такая, знаете, эта женщина, как-то ее нежность нужно заслужить. Вот она не балует, да, она очень, возможно, к себе критична и к людям окружающим. Эта женщина является таким двигателем прогресса для этого человека, для этого мужчины. И вообще-то, если вы будете вместе, этого человека ждет большой успех. Вы можете его, вот знаете, как-то в энергетическом плане очень так направить правильно, 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 знаете, создать определенную энергию, которая будет для него очень благоприятно именно для его реализации. В энергетическом плане я бы сказала, что эти люди даже очень друг другу подходят. Здесь сейчас в отношениях очень даже все хорошо. Может быть такой момент, что вы где-то высказываете какие-то моменты, да, но прям чтоб ссора я не вижу. То есть здесь может быть какой-то момент, да, что вас может что-то и не устраивать. Но в этих отношениях все будет хорошо. Я вижу, что здесь очень даже перспективное, красивое, счастливое будущее у этих людей. И оно идет по старшему аркану суд. То есть здесь люди исполняют правильно свои какие-то, знаете, в отношениях правильно исполняют свои
роли, возможно, да, но это неправильно, конечно, сказать. Они как и мужчина, да, и женщина, они как-то делают все правильно. И хоть иногда им что-то где-то там не нравится, но в общем их энергия приведет их вот в это счастливое будущее вместе. Давайте посмотрим, да, что же здесь у нас. Как-то вот идет немножечко момент, что у женщины, возможно, да, ей что-то не нравится. Может здесь такое быть. А что вам не нравится? Что тебе не нравится? Что не... Ну да, я хотела бы, возможно, что-то изменить надо, да? А что именно ты желаешь изменить? На новый этап, возможно, здесь может проходить такая ситуация, что сейчас вы находитесь в каком-то моменте, который, возможно, где-то подзастыл, да? И хотелось бы более активного движения. Может быть такая ситуация, что вот в сегодняшнем моменте все развивается не так, как вам бы хотелось, да? Вам бы хотелось более какого-то активного развития. Может быть, на сегодняшний день и есть какая-то вот этот такой момент, мне почему-то как мало энергии, да? Мало встреч, возможно, мало слов. Мало мы вместе, возможно, ну вот что-то вот такое, но я вам скажу, что ситуация очень скоро изменится, потому что у вас здесь вышло колесо фортуны, которое говорит, что вот перемены вот-вот очень близко, и то, как эти отношения изменятся, это вас очень сильно порадует, потому что вы с этим человеком действительно входите в некий этап отношений, новый цикл, это очень длительное время вместе, да, это действительно простраивается вот это будущее, которое идет по судьбе, и вот пришло время этим переменам, которых вы действительно ждете, и которым действительно уже пришло время. Я вижу, что, возможно, сейчас какой-то момент, возможно, кто-то на расстоянии, возможно, в силу неких обстоятельств, да, и вам вот прямо не хватает, да, вы где-то в какой-то, вы понимаете, что вам не хватает, возможно, каких-то моментов, но мне прямо не хватает как времени вместе. Возможно, покажи мне. Ну, хочу движение. Хочу, чтобы приехал. Возможно, этот человек сейчас не совсем рядом с вами, и вам хотелось бы, чтобы он приехал. И если была бы ваша воля, то вообще, да, то это вообще. Ну, да. Ну, да. Ну, вот как-то вот время, да, это время. Это время, а я хочу большего, да. Я хочу больше любви, я хочу больше внимания, хочу большего, да, каких-то столкновений даже с тобой, да, чтобы были мы как-то вместе. Желание быть вместе, знаете, как и у женщины, так и у мужчины. Но какие-то обстоятельства где-то, возможно, в пути, да, они его как-то остановили в какой-то момент, да. Возможно, что-то идет не по плану, но мне карты показывают, что надвигается шторм, надвигается очень такая качественная и классная перемена. И будет абсолютно иной, да, цикл в этих отношениях. Я вам скажу так, если вы сейчас в силу неких обстоятельств находитесь не рядом, может быть очень разная ситуация, какие-то вопросы по документам, возможно, это расстояние, это какие-то границы, это какие-то моменты по работе, какие-то контракты. Я вижу, что ситуация меняется, меняется очень быстро, и действительно этим переменам вы будете действительно очень рады. Потому что несмотря на то, что сейчас вот этот идет момент, да, какого-то не пойми что, скажем так, не пойми что, то есть оно как-то, в принципе, да, не меняется, ситуация, возможно, не меняется очень долго, а вы ждете перемены. Но я вижу, что вот этот шторм, этот первый ветер перед штормом, он уже поднялся, и ситуация очень быстро изменится к лучшему. И действительно, входите вы в прекрасный цикл перемен к лучшему, к прекрасным переменам, к прекрасному движению. И это прямо, знаете, это не так долго ждать вам надо. Я вижу, что, возможно, очень много было каких-то писем, строчек, каких-то, знаете, мыслей об этом человеке. Мало любви, не хватает мне очень чувств, да, женщине не хватает чувств, не хватает эмоций. И, возможно, на этом, да, и какая-то... какое-то недовольство и возрастает, да, из этого. Но я вижу, что ситуация изменится, и вот этот первый ветер перед штормом перемен, он уже надвигается и ждет вас солнце с этим человеком. Все будет очень-очень хорошо.
Очень хорошо. Если вы смотрите на человека, с которым у вас только завязывается отношение, я вам скажу, что здесь будет, есть перспектива на очень хорошее развитие. Очень хорошая перспектива. И да, возможно, где-то будут какие-то моменты, которые будут создавать определенное напряжение, да, между вами, но здесь есть перспектива не просто на будущее, а на счастливое будущее с этим человеком. Потому я вам скажу, что здесь и стоит какие-то усилия приложить, чтобы вот действительно к этому прекрасному солнцу, к этому прекрасному периоду в своей жизни все-таки, знаете, дойти к прекрасному будущему. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим, что думает о вас мужчина сейчас. Ему вас очень не хватает, а вот ты моя такая, вот девочки, я прямо не могу, мне прямо сейчас идет момент, знаете, как вот этот маленький котенок, и вот говорят, скажи, а как говорит лев, да, и он такой, знаете, и вот он прямо вас так воспринимает, да, что вы где-то как, когда сердитесь, и вы такая серьезная, вы так, знаете, где-то показываете характер, и он вас прям такой видит, да, такой, таким маленьким котенком, который и ногтики выпустил, и так, знаете, как говорит большой и страшный лев, вот это вы, просто в его сознании это вы. Да, он беспокоится, он где-то почему-то идет, как переживает, очень много думает о вас. Возможно, он и понимает, что какое-то ваше недовольство, он возрастает, и ему хотелось бы, чтобы этот котенок, знаете, чтобы шерсть у него дыбом не стояла. Но, возможно, и такие моменты есть. Ему нравятся ваши проявления, и даже такие, и даже вот когда вы проявляете характер, и даже вот такие моменты, когда... Он понимает, что вы непростая женщина, но я вам скажу, он прекрасно знает, какая вы романтичная, какая вы нежная, какая вы прекрасная женщина. Он прекрасно это знает. И даже когда вы выпускаете ноготки, когда вам очень что-то не нравится, и как говорит большой и страшный лев, да, вы все равно великолепны, обаятельны, так милы, вы просто его маленький котеночек, который, ну, просто, вы знаете, он как, вот этот котенок думает, что он очень страшный, он всех напугает, а мужчина вот как-то вот принимает эту женщину, боже, ну ты же такая миленькая, да, ты такая милая, ты такая прекрасная. Давайте посмотрим. Знаете, человеку нравитесь, он просто, это любовь, это так проявляется чувство, да. Разные бывают случаи в жизни, не всегда нам все нравится, не всегда нам все подходит. Но вот это чувство, да, оно и нам показывает человека совсем иным, совсем в ином свете. И видим мы любимого человека совсем не так, как другие, да? Давайте посмотрим. Что думаешь о ней? Почему такая печаль у тебя на сердце сейчас? Ну, прямо на сердце печаль. Очень человеку хотелось бы как-то и поговорить с вами, знаете, возможно, и прийти, приехать, потому что, ну, вы солнышко, вы вот такая, понимаете, почему-то мне идет, что он вас воспринимает как маленькую, да? Как маленькую, прекрасную, которую вот, ну, просто, да, невозможно налюбоваться. Вы его будущее, человек это знает прекрасно. И, возможно, даже если у кого-то может пройти, да, какая-то ситуация и островатая, потому что я вижу, что человеку как-то вас и не хватает, и где-то какие-то переживания у него есть. Но в любом случае, да, вы солнышко для него. Вы вот это все прекрасное, и все нежное, и все то, на что очень приятно смотреть, все то, что украшает жизнь, это все, знаете, как-то в этой женщине. Да, это двойка кубков, это любовь и желание будущего. И, возможно, да, сейчас как-то закрыта какая-то дорога, да, или еще что-нибудь такое. Но очень ему бы хотелось, конечно, возможно, вас чем-то и порадовать, преодолеть какой-то путь. И действительно, знаете, дать вам то, чего вы хотите, чего вы достойны.
и самому быть рядом с вами счастливым. Но вот этот момент, он как-то близится, и он знает об этом. Возможно, этот человек вам и не говорит, но сам он ощущает, что какой-то момент, знаете, повешенный, он заканчивается. Какой-то момент неопределенный, он заканчивается. Что уже очень близка развязка, да, и этот человек совсем справится. И действительно придет к вам с большим счастьем, с большой радостью, и у вас все будет очень хорошо. Вот вы посмотрите, вроде бы да, и мечевых карт много. И видно, что у людей, возможно, сейчас не так легко все, да, дается в жизни. Но тем не менее, вы посмотрите, какие красивые старшие арканы, какие сильные, да. То есть, когда человеку так непросто, ему даются и чувства настоящие, и переживания прекрасные. И вот этот старший аркан Солнца, который вообще, да, вот развеет все тучи. И старший аркан императрица, да, кто вы для него? Вы женщина, для которой светит солнце, да. И вот этот старший, и вот этот туз монет, он вообще говорит о том, что все будет пройдено, все будет преодолено. И этот человек придет с большим счастьем к вам, в вашу жизнь, строить будущее вместе с вами. Вот так вот. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Итак, что сейчас между вами, да? Что сейчас? Что сейчас? Ой, девочки, смотрите. Ну, здесь, конечно, знаете, люди действительно на пороге обновления в своих отношениях. И действительно, знаете, как-то вот сейчас вот идет прямо момент, да, как открывается вот эта дверь. Но, возможно, мужчина еще не вошел, да. То есть это идет какая-то перемена. Очень может быть перемена в ваших отношениях. Открываются двери, да, и все меняется. Все меняется действительно к лучшему. Действительно меняется, знаете, так-то значительно. Чему-то вот в ней идет момент, знаете, какого-то исцеления. Какого-то исцеления, как что-то отпускает, что-то отходит. А что это за исцеление? Что это за такой момент? Что это за исцеление? Почему мне какое-то, знаете, как какое-то исцеление, очень какое-то приятное чувство? Что это такое, да? Это исцеление отношений. Я бы даже так сказала, что если вы сейчас не рядом и есть какое-то недовольство, возможно, со стороны женщины. Но здесь идет момент исцеления в этих отношениях. Здесь даже будет лучше, чем раньше. Здесь идет момент исцеления в отношениях. Что-то на сегодняшний день, то, что кажется вам очень таким значимым, и его как-то тяжело подвинуть, да? Его тяжело подвинуть, да, и сказать, что вот убирайся, потому что я вот здесь должна быть, и должна быть, у меня должно быть все хорошо. То есть это так не работает, это что-то очень, возможно, значимое, да, очень тяжело его как-то подвинуть. Мне прям идет момент исцеления здесь, исцеления отношений, да, потому что человек понимает, что ему не надо ничего, да, он тоскует очень, очень тоскует человек по вам, очень, никого ему не надо, тоскует, думает о том моменте, когда он будет рядом с вами. Но здесь конкретно идет момент исцеления отношений, идет момент улучшения отношений. Если сейчас есть какой-то, да, какой-то момент, а он есть, почему-то мне идет, что нужно что-то как что-то даже не так проговорить, как просто, да, вот как-то быть вместе. Нужно просто быть вместе. Да, быть вместе и наслаждаться, да, каждым мгновением жизни. Давайте посмотрим, ну, каких отношений человек желает. Да он мечтает, понимаете, он просто мечтает, а это десятки пентаклей, когда он будет рядом со своей любимой, и все, да, все будет для нее, и все будет для них, и вот эта любовь, вот этот огонь в камине, вот это наслаждение, и когда вот оно тот момент, о котором я мечтаю. Девочки, мужчина просто мечтает быть с этой женщиной, просто мечтает. Все, сказать, что он там, знаете, желает как-то полететь на Марс, нет, нет. Вот оно его счастье, вот в этом счастье я хочу жить, и чтобы оно было со мной, да, вот это счастье, чтобы оно вокруг меня кружило, да, в пушистом халатике, и чтобы оно было в моей жизни. Вот эта женщина, это счастье для этого мужчины. Он понимает, что вот здесь, вот в этом моменте, вот в этой картине я счастлив, и я этого хочу.
Этот человек скучает очень сильно по вам, но здесь мне прямо идет, что все у людей будет хорошо. Итак, давайте посмотрим эмоции мужчины. Ну что здесь сказать? Вы красавица, вы любимая женщина. О, девочки, прямо человек, возможно, сейчас не очень у него и такое, знаете, скажем так, он, возможно, не в очень таких комфортных условиях находится, потому что очень он как-то желает быть с этой женщиной, очень. Он ждет момента, когда он будет рядом с вами. Это ожидание счастья, ожидание любви, ожидание увидеть свою любимую. Здесь человека очень красивые чувства, и да, возможно, да, для кого-то пройдет, что человек там вечером придет домой, да, и все у вас как-то очень быстро станет на свои места. В любом случае, я вам скажу, что да, для кого-то это может быть ситуация более серьезная, для кого-то это ситуация, да, скажем так, какая-то повседневная, но в любом случае я вижу, что этот мужчина считает вас самой красивой женщиной, ну вообще, ну вот просто самой красивой и любимой для себя женщиной, вот и все. Где-то есть моменты какой-то ревности, где-то есть то признание, что эта женщина, да, она может, по сути, с меня веревки вить. Я готов идти на компромисс, я готов где-то уступать, я готов делать что угодно, потому что вот эта любовь, она имеет очень большую силу над ним. Вы любимая женщина для него, это все. И да, хотелось бы ему развития, хотелось бы ему движения, хотелось бы ему вот действительно быть рядом со своей женщиной. Где-то, возможно, если вы на расстоянии, вы знаете, человек перечитывает какую-то вашу переписку, и очень даже часто. И, возможно, он вам об этом не говорит, но какие-то вот моменты, да, он прямо перечитывает, и это ему очень приятно, и какое-то, знаете, ожидание, что вот это будет не переписка, да, а вот что я приду и вот все ей скажу, все ей расскажу, все ей покажу, расскажу, докажу и вообще, да, что она моя королева воды. Давайте посмотрим, какие мысли не дают ему покоя. Вот этот момент неопределенности, то есть он ждет момента, когда он придет победителем. Он ждет момента, когда, знаете, вот этот шторм действительно возьмет свою силу и вот этот момент, знаете, каких-то задержки какой-то, да, во времени, что он наконец-то вот этот узел развяжется, этот человек сможет прийти к вам, потому что он прекрасно знает, что это судьба, так должно быть, так будет. И он придет в вашу жизнь настоящим победителем, и вот знаете, по старшему аркану суд, мы будем вместе, человек уверен, что вы будете вместе. Что эти прекрасные вести, да, они очень близки. Прекрасные вести по судьбе, что все наконец-то, да, как-то, что мы уже будем вместе, что мы будем рядом, что мы по судьбе будем очень счастливы. Вот такой вот у нас второй расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось. Я буду очень-очень рада. А мы идем дальше. Идем дальше. Итак, давайте посмотрим. Третий вариант. Если слышите, информация о вас резонирует, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Так, какие-то тайны. Какой-то момент. Хочу хороших новостей, решения какого-то от этой женщины. Какое-то предложение вам поступило или должно поступить от этого мужчины. Какое-то предложение, что-то он хочет вам очень важное сказать. Как-то с вами объясниться, поговорить. Он как-то не смел в своих словах, очень, может быть, подбирает, да, каждое слово, чтобы с вами объясниться. Он желает вам задать какой-то очень важный вопрос, этот мужчина. Здесь может проходить момент, человек не скрывая свои чувства, да, вот как-то так затаптывает. Ну, покажи мне, о чем ты хочешь спросить эту женщину? О чем хочешь спросить? О солнце, о будущем. А есть ли будущее? Возможно ли будущее, да?
Возможно ли будущее? Да. Ого, ого. Угу. Здесь человек готовит серьезный разговор, когда он хочет с вами поговорить. Очень даже очень, да. О солнце желает поговорить, о будущем желает поговорить человек. Вы знаете, как-то, ну, может, а вы, да, к нему, вот что? Вот как-то нужно что-то менять, да, нужно, я что-то понял, я хочу как-то по-иному, да, я хочу какого-то вот нового пути, да, который приведет нас в любовь, который вот разрушит то, что, возможно, сейчас нас очень не устраивает вместе, да. То есть этот человек желает какой-то трансформации ваших отношений. Готовит он какой-то важный вопрос для вас. Вопрос по солнцу. Какую-то ситуацию, знаете, разрядить, объясниться с вами очень желает этот человек. И не имеет значения, да, что вот сейчас перед вами. Человек считает, что это очень важный разговор. Что он действительно что-то стоящее вам желает сказать, как подойти к этому разговору, да, как подойти, как сказать, как выйти на этот разговор. Но он понимает для себя, что эта трансформация действительно нужна, чтобы открыть, да, как новую дорогу, дать новую возможность вот вашим отношениям и любви. Он переживает, что вы ему ответите. Здесь человек желает с вами поговорить. И желает он прямо задать очень важный вопрос для себя. То есть от какого-то разговора будет зависеть, да, что дальше. Будет зависеть, как дальше будут развиваться. Ну вообще, что дальше? Потому что у меня здесь нет определения. Да? Человек, ощущение, он как бы стоит на краю пропасти. И с одной стороны, да, он... очень желает идти в новый мир, да, вот как-то в зеленые луга, да, в счастье, в любовь, а с другой стороны он понимает, что вот он вот-вот-вот сорвется вот с этого обрыва. И что его отделяет, да, ему как нужно сказать что-то, ему нужно что-то у вас спросить, о чем-то, какой-то вопрос очень важный этот человек желает вам задать. И он прямо, знаете, как каждое слово подбирает. То есть, ну как, что мне сказать, что мне сказать, как мне сказать. Какие-то варианты ответов он даже, да, для себя как-то просчитывает. Ну, покажи мне еще, да. Ой, боится какого-то отказа прям. Вот вы только посмотрите, да. Луна как бы показывает какую-то развилку, да, что может быть очень разное развитие событий, да. Или в пропасть, или в небо. И вот здесь прямо нам и показала. То есть, или десятка мечей, и я вообще, да, вот. Или старший аркан влюбленный, и я бесконечно и безгранично счастлив. Вот такая, знаете, у него прям дилемма. Здесь человек желает с вами поговорить. Это касается конкретно отношений, это касается какого-то развития. Возможно, для кого-то будет начало, для кого-то может пройти примирение. Но этот человек однозначно желает проявиться, желает с вами поговорить и действительно задать. У него вопрос один. Вы знаете, он может ходить вокруг да около, что-то вот когда, какие-то полуслова, как вот этот вопрос задать. Но по сути у него вопрос только один. Его по сути, ну вот только один вопрос волнует. И вот это буквально несколько слов, и он в эти слова вот у себя в голове крутит и вертит. И понимает, что ну по-другому нельзя, да. По-другому, возможно, из какой-то определенной ситуации выйти невозможно. Только нужен вот этот разговор и обязательно нужен вот этот вопрос. Для того, чтобы вот это солнце действительно осветило правильную дорогу в жизни. Ну, давайте посмотрим, да, что, покажи нам, что ты думаешь об этой женщине сейчас? Что думаешь? Ой, боже мой, как-то волнуется очень. Прямо сердце кровью обливается, прямо переживает очень, как-то, знаете, шаг вперед, шаг назад. Возможно, вы уже прекрасно знаете, о чем он хочет поговорить с вами, чего там он, какой вопрос он хочет задать, и уже давно, возможно, и ответ готов, но как-то вот шаг вперед, шаг назад, стоит на месте, да, вот как-то ждет, дождь на голову идет, сердце кровью обливается, сильно человек переживает, сильно переживает. Какая-то мне прямо идет и непогода, да, как-то ему и прохладно, и он как-то вот топчется
прямо на улице, да, ему нужно с вами поговорить. Он как почему-то на улице он не идет, что он ждет вас на улице, что он как-то поджидает вас на улице, да. И он понимает, что вот это нужно сейчас делать, да. Это нужно, нельзя это оставлять, потому что вот сейчас именно подошло время. Нужен разговор. Ну, давайте посмотрим, что думаешь об этой женщине, об этой девушке. Он, возможно, даже и на машине вот приехал, может, да, или приехал, но мне прямо идет, что он как на улице стоит. На улице какая-то вот непогода и такое, знаете, время ближе к вечеру. И он просто, знаете, как-то топчется вот на месте. Как-то ему так тяжело. Почему? Почему тебе так тяжело? Вот как-то... Потому что нужно идти. Вы понимаете как? С одной стороны, вот какие-то его сомнения, да, в себе, они его как-то загоняют, как бы возвращают назад, да, что еще рано, что еще нет. А с другой стороны, да, вот такое желание какого-то прорыва, да, оно его тянет вперед. Вот так вот. Ну что, что ты думаешь об этой женщине? Тяжело мне, тяжело мне, тяжело, да. Но этот человек вообще-то желает стабильности с вами, но он, конечно, видит вас такой, знаете, не очень простой, знаете, не очень легкой, возможно, в общении. Угу. Как-то и много качеств вы соединяете, и понимаете, он как бы и видит в вас свою женщину, он видит в вас свою любимую, да? Но, возможно, что-то еще стоит между вами. Какое-то ваше недовольство, да? Почему? Почему? Что это за недовольство? Что это вообще, да? То есть, а можешь ты мне дать больше, да? Я хочу, чтобы ты давал мне больше. Почему-то идет момент, что я жду, возможно, вы ждете, да? Вы ждете какого-то смелого шага от этого человека, а он все, знаете, в каких-то своих сомнениях. Покажи, здесь есть какой-то момент, какой-то преграды, да, вот покажи мне какой-то преграды, потому что очень неоднозначно как-то вышла карта, и я бы сказала, что это какой-то момент острый извне, который сильно повлиял, возможно, на материальное состояние этого человека. И те планы, которые были у него, они пошли кувырком. И в принципе, да, подошло то время, и подошли те слова, и тот вопрос, который этот человек желает вам задать. Возможно, это начало отношений. Или, ну вот здесь может быть как и продолжение, как и трансформация отношений, или, возможно, произошло какое-то разногласие между людьми, и человек желает, да, как-то проявиться к этой женщине, но... Мне идет, что вот угроза и извне, да, какой-то момент нестабильности вообще в жизни, возможно, в материальном плане, в каком-то, вот здесь может быть какая-то прогреха, да, очень может быть нестабильность в этом плане. И знаете, как-то человек понимает, что, знаете, с одной стороны есть какая-то нестабильность, с другой стороны он понимает, что ну и нестабильность. И что мне? Не жить, что ли, да? Он будет действовать, он будет действовать. И этот момент, он будет убран. Этот человек найдет подход к вам. В любом случае, да, я вижу, что разговор состоится, и человек с вами объяснится. Человек объяснится, и будет вот это начало. То есть начало будет положено. Да, возможно, здесь девушка, женщина возьмет какой-то период на размышление, да, на какое-то обдумывание. Для кого-то может пройти, да, что вы, возможно, где-то и какую-то обиду имеете на этого мужчину, да, в силу определенных обстоятельств. Или, например, у вас новые отношения, да, начинают, назревают, и вы как-то возьмете, возможно, какой-то период, да, ну, посмотрим, там, что-то вот такое будет сказано. То есть, возможно, не совсем однозначный ответ будет для этого человека, но все равно это будет как некая надежда, да, для него, что вот мы все-таки встретимся, да, и пройдет вот этот момент трансформации, который действительно все изменит, и эта женщина меня действительно к себе подпустит. Да, и вы знаете, человек готов стараться, он понимает, что
возможно, ему будет непросто, возможно, да, это не прогулка знаете, по бульвару, это все-таки нужно стараться. И как-то он понимает, что у него нет выхода, то есть по-иному быть не может. Потерять эту женщину не могу. И даже если мне будет очень тяжело, да, я должен справиться, потому что такая судьба, да, по-иному быть просто не может. Нет другого варианта. Нет другого выхода. Что ты думаешь о ней? Что думаешь о этой женщине? Он думает, что пока что, да, вот пока что, возможно, есть какая-то преграда. Но и вы та, с кем он желает продолжения, да? Он где-то, знаете, здесь почему-то мне идет какой-то момент урока от женщины. Возможно, как-то так обстоятельства сложились, что этот человек, он все-таки должен приложить определенные усилия, да, чтобы как-то эту женщину задобрить. Потому что здесь прямо идет момент, да, змея себя кусает за хвост. То есть он, возможно, где-то акела промахнулся, да, то есть где-то был какой-то шаг, который вам не понравился, или какой-то возможностью этот человек не воспользовался. А теперь он очень сильно жалеет, и он желает эту ситуацию изменить ее лучше, да, сделать какой-то действительно шаг долгожданный, возможно, для вас. И как-то открыть для себя вот эти возможности, новые возможности в ваших отношениях. Новые возможности. Вы понимаете, что возможно где-то у человека какие-то вопросы в материальном плане, и он где-то, знаете, вот как-то отстраниться мог, он где-то мог, ну как-то, да, что-то вам могло и не понравиться очень, да. И вот этого объяснения вы действительно ждете от этого мужчины. Но здесь очень может резко измениться ситуация, измениться действительно к лучшему. Измениться к лучшему. Ну да, он, этот мужчина будет действовать, и настроен он на самый лучший результат. Конечно, как оно будет уже вам, ну, вы будете решать, потому что я вижу, что здесь может быть очень неоднозначная ситуация. Вот так, хочу владеть этой женщиной, да, нужен разговор, обязательно нужен, что-то есть между людьми, и это что-то нужно убирать, и убирать быстро, и медлить нельзя, да, и то, что он там топчется на месте, это, знаете, только временное какое-то состояние, потому что четкое ощущение, что нужно исправить что-то, нужно изменить что-то. Нужно конкретно, знаете, поговорить и расставить все на свои места, потому что ему очень больно. Потому что он, знаете, боится вас потерять. Потому что ему действительно очень больно. Где-то, я вам скажу честно, этот человек ждал и хотел легкой игры. Ждал и хотел, знаете, где-то, возможно, и продавить ситуацию. Но как-то оно вышло совсем нехорошо и некрасиво. И очень как-то ему больно, да, сейчас. Больно вот сейчас ему. Ну да. А почему больно? Потому что человек прекрасно понимает, что вы держите ключи в руках, да, и ситуация будет такой, какой вы позволите ей быть. То есть вы позволите собой манипулировать, значит, эти манипуляции будут. Вы позволите, вы скажете, нет, такого не будет, а будет настоящая искренняя любовь, и все, знаете, будет по-другому, и так оно и будет. Потому что я вижу, что сейчас человек готов, конечно, знаете, побороться за ваши отношения, побороться за вот это солнце, которое он хотел. Он прямо, знаете, как, ну, вот, скучает, мечтает и очень желает к вам прикоснуться. И вы, возможно, да, с одной стороны окна ждете его, смотрите в темную ночь, а с другой стороны этот мужчина там где-то бродит под вашим подъездом, под вашими окнами, тоже уже замерз, да, там что-то он там себе накручивает, какие-то круги, да, вокруг вас. Мне прямо идет, что чисто вот в таком настоящем плане он где-то ходит вокруг вас, что-то там смотрит. Так ему как-то, он прямо, знаете, человек, возможно, даже где-то в соцсетях как-то просматривает какие-то моменты, какие-то строчки, да. Как-то страшновато ему пустить вас. Девочки, здесь все будет хорошо. Здесь все будет хорошо, лишь бы вы этого хотели. Потому что я вижу, что человек, конечно, готов, да, с повинной головой прийти к этой женщине. Потому что может быть, что он где-то что-то
Да, где-то он мог и где-то очень даже вас расстроить. Но я вижу, что, конечно, желает этот мужчина, ну, вот самого лучшего, да, желает вот этого солнца, объяснения и всего-всего. Возможно, вы в каких-то новых отношениях, да, этот человек, он как бы решается сделать новый шаг. Это тоже может быть. И здесь, да, есть большая перспектива, и хочется, чтобы все сложилось наилучшим образом, а человек вот прямо, знаете, как смотрит и просто умирает, да, очень-очень вы ему хороши, очень вы ему нравитесь. Ну, давайте посмотрим. Итак, эмоции этого мужчины по отношению к вам. Я вам скажу так, если вы где-то находитесь в общении с этим мужчиной, и вот какие-то преддверии праздника, да, у вас может быть какая-то общая компания. Какая-то может быть общая компания. Мужчина желает этим моментом воспользоваться. Если вы в одной компании должны где-то что-то праздновать, да, и мужчина размышляет о том, что это очень хорошая возможность проявиться в вашу сторону. Как-то сделать очень смелый шаг и задать вот этот вопрос, и это будет вот как никогда хорошая идея и хороший момент. Мужчина намерен вот в какие-то, знаете, вот в какой-то обстановке, да, праздника, в обстановке праздника как-то качественно изменить ситуацию. Здесь, конечно, он думает над тем, что вот пришло время, да, пришло время. И он опасается, что вы можете жить без него, да, что у вас интересная и классная жизнь, и нужен ли он вам. Но, тем не менее, он считает, что вот этот период, да, какого-то празднования, он как никогда, знаете, вот уместен. Вот этот разговор, он очень уместен, он очень, знаете, будет кстати. Для кого-то может пройти, что какая-то общая компания, и этот человек вот при каком-то праздновании, он может очень даже проявить свое внимание к вам. На удивление, да, вот какие-то поздравления, какое-то вот это все, но мне идет прямо, это конкретный разговор, это приход человека, очень может быть даже с какими-то подарками, приход на разговор глаза в глаза. И это может быть как и примирение, переход на второй этап, знаете, отношений, так и новые отношения, которые вот действительно имеют большую перспективу. Здесь уже, знаете, как-то его выражение, его глаза, его голос, он, знаете, как-то все-таки вы пожелаете выслушать его. Вы его пожелаете выслушать в любом случае. Итак, давайте посмотрим, да, все-таки еще на эмоции этого мужчины. Вижу, что он очень переживает. Мне прямо, знаете, вот этот момент, да, волнения, он мне прямо как стоит в горле. Он что-то очень хочет сказать, оно прямо как в горле застревает у него, да. Ну да, да, и где-то, знаете, вот этот такой момент будет, что ваше какое-то нетерпение. Ну давай уже, ну уже скажи эти слова, давай, я уже тебя слушаю, я уже возле тебя, я уже смотрю тебе в глаза, давай, говори, говори. То есть что-то вот какой-то вот такой момент он будет. Ну, он просто опасается, да, то есть я хочу очень быть рядом с этой женщиной, но она такая, да, с норовом. Но здесь про отношения, здесь человек боится свою женщину упустить и желает, конечно, воспользоваться вот этим таким каким-то прекрасным моментом, чтобы вот эту жар-птицу в своей жизни все же удержать. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим, какие мысли не дают ему покоя. Вот не нравится ему так, как разговор, ну, разговор, от которого уже не уйти, понимаете? То есть он понимает, что вот от этого разговора уже не уйти, он должен произойти. Как-то, ну, он очень много думает о вас, девочки. Я вам скажу, как-то, ну, вот тревожно ему, прям беспокойно ему очень сейчас. Много очень мыслей о вас, очень много, как-то... Человек понимает, что нужно не просто что-то, болтовню какую-то говорить, а нужно, эти слова должны нести определенную суть, да, они должны нести определенную ценность. И поверьте, что это какие-то вот такие слова, да, то есть их несколько, но он вкладывает в них определенное, да, значение в том плане, что он должен это исполнить, да, он должен этих слов придержаться. То есть это не просто слова, брошенные на ветер. Эти слова, это как, знаете, от души. Эти слова, они очень важны для него и на многое в жизни его повлияет. И он ждет, возможно, вот именно вот этого какого-то
очень подходящего момента, чтобы вот все-таки с вами, знаете, выйти на какой-то момент, снятие вот этих ограничений, на возможность приблизиться и укрепить ваши отношения, да, дать им какую-то возможность. Ой, волнуется, да, волнуется, волнуется, как оно все сложится, как оно все будет. Будет эта женщина моей или я останусь один? Будет ли эта женщина моим будущим? Или вот удел мой блуждать с фонарем, да? Без солнца, без будущего, без любви. Ну, вы знаете, как-то если вы какой-то урок преподали этому человеку, поверьте, что он его очень даже хорошо усвоил. Здесь даже если у вас очень такое напряженное, да, в отношениях может быть момент, здесь вот будет проявление от него в плане вот как-то поздравить вас, да, проявиться, будет делать какие-то шаги в вашу сторону. Вообще-то цель его очень, так знаете, поговорить, пообщаться и что-то вам конкретно предложить. Это действительно слова, которые несут определенную суть и будут иметь большое влияние на будущее этих людей. Вот так вот. И как удивительно бывает в жизни, несколько слов могут сделать человека как безумно счастливым, так безумно несчастным. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви, смелых, благородных мужчин в вашу жизнь. Всего вам самого-самого лучшего. И до новых встреч!